Всем привет, ребята! Вы на канале Руслан и Коля. Сегодня я буду искать новенькие мосты. Вернее, не буду искать, я уже знаю, где они находятся. В общем, сегодня я к ним поеду. Ставим точку на куда мы хотим. Они находятся довольно далеко от меня. Первый, конечно, не очень далеко, второй далеко. Вот, ребят, первый мостик. Вот первый мостик. А тут вот второй мостик. Поедем к первому. Или ко второму, неважно. Так. Для этого нам понадобится точилка. И кажется, она най. Не думал, что такая тачка сбьет меня быстро. Вот, ребят, теперь нам ближе к мосту. Это ж так, да? Ну, вообще, ребят, не очень даже. Почти что нет. Ну, ладно. Вот, точка, полицейская точка. Так. Давай-ка влезай. А! Не понял. Чё? Вот ты куда поехал? Я думаю, что после такого возьму. Откуда? Так. Пацанчик. Хоть твоя точка и разбитая уже. Вы поняли, к чему, ребят? Но не значит, что я ее не возьму. Не значит, что я ее не возьму, ребят. Это не значит, что я ее не возьму. Кто тут у нас светофоры любит? Не будет их больше. Остановитесь. Прижмитесь к обочине. Молодцы. О, вот теперь уже настоящие. Притворюсь копом, ребят. Прижмитесь к обочине, мистер полицейский. Ни за что. Так, ребят, поехали вот так. Оу. Дымится тачка. Ничего. О, ребят, другая дорога построена. Да постройся же другой. О! Так. Прижмитесь к обочине. А, мустанг! Горю. Ты горишь, как огонь. У меня огонь. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Давай сюда. Ой-ой. Быстрее. Быстрее, ребят. Гоним. Экранная пауза, ребят. Увы. Чего? Фу. Ладно, поехали. Вот эта точка уже не разбитая. Комфортная просто, да. Небес. Спокойно, радио. И тут врывается полиция. А! Я хотел сбить людей! Я хотел сбить людейку, но не получилось. Я врезался в дерево, а потом на меня еще полиция. Зря ты тут коп! Гоним, ребят, на нем. На этой точке, на этой лошадочке. В ухе! Коп-к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 оп
Так, ребят, я думаю, там мы спрыгнем как раз с этого моста. Не. Га. А! Ты чё? Теперь у меня тачка дымится, да еще потом черным. Ах ты ж. Ну ничего, ничего. Получайте вот это зарплата за то, что вы мне тачку задымили черным.
можно еще, конечно же, немножечко. Ну и немножечко еще. Ну и последнего. Ну и бонусного. Так, ребят, мы уже к мосту близко довольно. Главное, что у нас сейчас тачки полицейские. Вот. Вот он, ребят. Сходим к мосту, ребята, прыгаем. Это было идеальное приземление. Ладно, ребят, теперь нам надо искать другой мост. Кстати, ребят, мы доходим сюда довольно близко. Притом. Вау. Все, поехали. Так, ребят, что-то едет. Ух ты, желтый. Фу. А это уже не фу. Ребят, быстрее, быстрее, быстрее. Это уже что-то есть. Я врезался в стеночку. Так. Получай. На тебе. Ты что, нормально тачок? Вау! Извините, дама. И да извините. Ну и вы, я водить не умею. Ну и вы тоже, простите. Вернее, не простите. Йо! Так. Дорога тут довольно узкая. Йо-ху! Пацан! Коп! Извиняюсь. Так, нам туда надо. Мы довольно близко. Вот он! Тормози! Вот он, ребята. Там еще катер. Притом на него нельзя забраться. Я пробовал уже. С меня срам. Бульк! О, какая глубина там вообще. 300 метров. Ладно, ребят. Вот так вот мы, короче, развлеклись сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Руслан. Всем пока! Покеда.